К сожалению, погода в Казахстане зимой редко радует солнцем. Но если такие дни и выпадают, то лучше всего их провести далеко от мегаполиса. Отдых на природе – это всегда прекрасно. А зимой сосновый лес, величественные ели еще больше притягивают своей энергетикой. Не зря даже несколько дней за городом помогают расслабиться, освободиться от лишнего стресса, провести полноценные выходные с родными, насладиться зимними забавами без суеты большого города. Ведь санки и снежки – это не только воспоминания о детстве, но еще и незабываемые эмоции. Одно из таких подходящих мест для семейного отдыха находится всего в 5 километрах от Нур-Султана. Семейно-развлекательный комплекс «Базовый отдых Золотой Фазан» является крупнейшим. Включает в себя хвойный лес, там мы сдаем купольные домики. Купольный домик – это на чистом воздухе. На данный момент мы занимаемся освоением леса. Это основной наш проект. И мы хотим туда поставить большой основной шатер, где будут все мероприятия проходить. Эй! Зима может быть разной. А распространенное мнение о том, что в холодное время года сложно оставаться позитивным, обманчиво. Многие виды спорта доступны и в снежную пору. Особенно развлечения на свежем воздухе. Мало кто знает, но те же лыжи, коньки – отличный способ предотвратить болезни и укрепить свой иммунитет. Например, часовая прогулка активизирует движение мышц, наполняет тело кислородом и помогает избавиться от сонливости и вялости. Пониженная активность зимой – естественное состояние организма. Но благодаря хотя бы малым усилиям можно чувствовать себя бодрым, жизнерадостным даже в самые морозные дни. Заботиться о своем здоровье зимой важно не только взрослым. Совместное времяпровождение с детьми подарит ощущение тепла. Семейный отдых подарит яркие эмоции, если заранее спланировать поездку и разбавить ее разными забавами.